Там, где улица Карла Маркса убирается прямо в реку, где шагреневой кожей съеживается земля, всегда находится место обыкновенному человеку, которым можешь быть ты, или он, или я. И вот мы выходим на набережную, полную скрытых смыслов, где время течет быстрее самого себя. И на берегах здесь царствуют молчаливые водяные крысы, а в небе живут облака, системы воздух-земля. На другом берегу временами гремит жестяная дорога. Вон электричка отправилась в свой недалекий путь. Кто там в Слюдянку едет, первокурсница недотрога. Книжку сонно листает и боится уснуть. Называет местом силы или площадью отчуждения. В 6 утра особой разницы не ощутить, когда сидишь здесь один в свой собственный день рождения. Кажется, что вот-вот поймаешь какую-то нить. Память ли вдруг подкинет какой-нибудь глупый случай, или вдруг неожиданно умная мысль придет. Со стороны посмотришь: «Господи, как я скучен!» А изнутри глядишь — все вроде наоборот. Так и сидишь один, пока вокруг не проснулись все неотложные мысли, откладываешь на потом. По левую руку в туман погружается остров «Юность», по правую руку река теряется за мостом.